Всем привет, меня зовут Алфея Вольга, и сейчас я вам кое-что покажу. Расскажу об одной из своих любимых гидрогелевых масочек от компании Atomy. Но сначала чуть-чуть предыстории, да? Лицо у меня заранее обработано пилингом. Пилинг из четырехэтапного вечернего очищения, да? И пеночкой, любимой пеночкой. Волосы тоже чистые, волосы у меня помытые любимым шампунем Абсолют, тоже от Atomy. Девочки, средство невероятное, я вам попозже о нем расскажу, хорошо? Вот, а сейчас к маске. Лицо очень чистое, очень нежное стало после этой обработки, но мне захотелось его немножечко попитать и выровнять цвет. Чувствую, что как бы осень, да, все равно она дает некую нехватку витаминов, нехватку влаги, и с этим сейчас будет справляться вот такая гидрогелевая маска. Масочка у меня предварительно, прям 5 минут буквально, полежала в морозильной камере. Этого делать не обязательно, но для полноты ощущений, да, как бы рекомендую. Я вскрыла упаковку, просто вот есть надрывной такой краешек, вскрыла упаковку, и внутри сейчас я вам покажу вот что. Вот такая гидрогелевая маска. Вот так она выглядит. Она скользкая. Вот, смотрите. Две половинки. Она просто безумно скользкая. Это нижняя часть. И это верхняя часть. Вот такая. Ку-ку. Сейчас я буду Бэтменом. Или кто они там? У маски с двух сторон защитный слой. Один такой уплотненный, второй бумажный. Так вот, снимаем. Нам нужен слой шершавой стороны. Я не знаю, видно будет или нет. Он такой шершавенький. И вот этот слой нам нужен именно на лицо. Прикладываем. Если средство попадет на волосы, ничего страшного. Это наоборот, только плюс будет еще и волосам достанется вашего ухода. А, красотка я. Все, и теперь мы можем удалить вот этот защитный слой. И просто разглаживаем нашу масочку. Я прям буквально главный герой фильма «Аватар», да? Так. Можно чуть-чуть ее подтянуть. Вообще, маска в том положении, в котором я сейчас, может стекать с лица. Поэтому сейчас я ее нанесу. И поставлю видео на паузу. Я буду ее держать на лице 30 минут. Удобнее всего именно в положении лежа, да, то есть устроите себе релакс. Можно и дольше, если, например, вы спите не лицом в подушку, можно с ней спать. Но я не пробовала, честно скажу. Видите, я сидя делаю, и она падает. Вот. Ой. Ощущение уже, как минимум, это шикарнейший, приятный аромат. И начались покалывания, да, я уже писала видео, что ощущения достаточно разнообразные. Где-то покалывает, где-то пожигает, где-то, наоборот, холодок. Вот, в общем, я пошла полежу и потом к вам вернусь. Сейчас делала небольшое открытие. Когда маска начинает свою работу, взаимодействует с кожей, там внутри образуются такие микропузырьки. И когда они лопаются, такой звук интересный. В общем, мне понравилось, как там лопаются пузырьки. Ну все, снимаю маску. Нижнюю часть я уже сняла. Снимаем верхнюю. Масочку можно не выкидывать.
ее минимум на два раза хватает, то есть убрали, да, сложили опять в этот пакет и убрали в холодильник. В холодильнике ее нужно хранить, чтобы она не высохла. Некоторые используют до полного ее истончения, но я вот больше двух раз не пробовала. Вот так ее, да? То есть на ту же пленочку я сейчас ее уберу, в которой она была, положу в пакет. Здесь остается такой гель на лице, его не нужно убирать. Вы как минимум еще сутки, а то может быть и больше, если не будете макияж, да, никакого наносить, будете чувствовать вот это вот очень приятное такое состояние кожи, как будто... Я даже не знаю, как описать. Ну класс, как только как заново родилась, вот правда. Никакой стянутости, никакого шелушения. Очень здорово. Сейчас еще немножко спадет вот эта краснота, и будет очень ровный цвет лица. Вот, маска классная, я вам ее рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И пока-пока!